Я под местом раскопок. Имперцы забрались дальше, чем мы думали. Не время об этом беспокоиться. Они идентифицировали тебя, как джедая с Бракки. Прямо сейчас они ищут богомол. Передвинем бо... Гамол. Запускать двигатель не стоит. Выброс энергии тут же привлечет их внимание. Я вернусь как можно скорее. Нужна помощь! Не сдаваться! Отпускайте его! Давай, останови меня!
у него! Да он восстанавливается! Я больше не могу! Да мне не нужна поддержка, чтобы убить тебя! Не держишь удар!
Я что-то заметил. Сосредоточься, джедай! Скорее! Даже не знаю, сможем ли мы победить. Смерть идет за тобой! Достойно сражаешься! Давай же! Нашел что-нибудь? Отличная находка. Я должна оценить ее лично. Имперский офицер пыталась спрятать тут реликвию. Обвал заточил ее в ловушку, из которой она не выбралась.
Эй, веди один!
Встречай меня. Веди один. Попался! Не могу достать его! По нам стреляет шагоход, а оружие выведено из строя. Это он? Скажи ему, чтоб точил свой зад! Держитесь, я уже иду. Ты там в порядке, Беди-1? Ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержим ими. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кашиик. У Кордовы был друг Вуки, Тарфул. Может, мы его найдем? Кашиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих вуки только так. Значит, будем готовы к бою.
Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому я попыталась увести их от своего подавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами, но они поймали меня. И они пытали меня. Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове и куда он делся. Но ты сбежала. Да, в тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Но они почти сломали меня. И я уже не та, что была, Кэл. Твой подаван. Она выжила? Нет. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Подожди немного. Я фильтрую имперские данные. Когда захочешь лететь, дай знать. Я буду здесь. Кордова спрятал припасы по всему Богана. Может, стоит туда вернуться? На какую планету? Движемся на Кошевик. Ты никогда не говорила, как стала джедаем. В юном возрасте меня нашел Искатель, после чего меня забрали в храм на обучение. Ах, да, Искатели. Могу тебе сказать, что они просто уникумы. Ты понятия не имеешь, кто такие Искатели, да? Ни малейшего. Они что-то ищут? Да. Они джедаи, которых отправляют на поиски чувствительных к силе. Как в том Голодроме. Раньше и я была Искателем. Ничего себе, ты понимаешь, что это значит? Я нашла Кэла случайно, если ты об этом. Нет, это значит, что я тоже Искатель. Ха, пожалуй. Да. Искатель Грис.
Присядь, парень, пора приземляться. О, мы же не будем прорывать блокаду. О, только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами. Лады? Ладно. Хорошо. Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Не нравится мне это. Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. Лишили крова. У нас чуть не попали! Парень, ты вроде следил за мониторами! Партизаны, Вуки и другие напали на имперский конвой. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. И каков твой план? Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ха! Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай, штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис-сюрприз покажет фокус. Эй, сделай одолжение. Не погибни там, а? Добавлю это в план. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Искупаемся, беги! Ты готов? Может, заберемся наверх? Еще немного. Так, дальше. Надо залезть наверх. Ха-ха.
очередь сообщать о потерях. Это тот джедай! Он ранен, да! Да не стойте же! Сделайте что-нибудь! Пожалуйста, не вставай! Сдохни! Тебе не убежать! На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди без резких маневров. Да, сэр. Надо же, сработало. Ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете и пески по закону 3207. Прекратите, иначе мы... Так лучше. Погнали. Сколько лазеров! Фу! Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Они им не воспользуются. Нужно от них избавиться. Все, мы справимся. Прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься к иди! Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого.
Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Еще кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Сэре, Грис, Этосо. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли. Эй, Биди. Я так, проверить. Говорят, Со хочет выяснить на перерабатывающем заводе что-нибудь о Тарфуле. Утром поступил отчет о том, что его видели в теневых землях. В одном имперском сообщении говорилось, что он рядом с деревней Вуки. Будто вокруг этих деревень не сотни. Кэл, давай не сейчас. Рад, что вы в порядке. Да, да. Тоже рад тебя видеть. Ну и дыра же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Не нравится идея? Меня беспокоит, что ты постоянно рискуешь собой. А, что? Я, значит, полетел в самый разгар битвы, а ты лишь сейчас задумалась о риске? А что ты меня не остановила? Моя цель — направлять тебя по пути, а не выбирать его за тебя. Я лишь вот что скажу. Империя захватила сотни миров. Со выбрал Кошиик не случайно. Он может преследовать собственные цели. Нужно быть осмотрительнее. Спасибо. Буду иметь в виду. Если не готов лететь, не трогай меня. Сюда! В шагоходе могут быть запасы! Ты в порядке? Я в норме. Дела здесь идут даже хуже, чем на Зефа. Thank you.
Что нашел? Должен быть на другом конце траншеи. Там могут быть запчасти. На помощь! Иди один! Помоги! Веди! Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Попробуем.
Нужен разряд. Ты там, бедядин. Перерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли. Мертвый штурмовик. Дело Руксо. Он безжалостнее, чем я думал.